Друзья мои дорогие, здравствуйте! Вы просили меня продолжать разговорные видео, где я делюсь с вами историей своего здоровья, с какими-то своими лайфхаками, связанными с внутренним миром, с моим внешним состоянием и так далее. Вот, собственно, я это продолжаю делать, и сегодня хочу рассказать вам историю своих волос. Краткую, но довольно печальную, надо сказать. Потому что на протяжении 10 лет, когда рождались мои дети, строились мои бизнесы, у меня вообще не хватало времени на себя. Нет, у меня хватало времени на мое здоровье, и для меня это всегда было, знаете, если сравнивать человека с домом, да, со зданием, то для меня это всегда было фундаментом. То есть для меня фундаментально значимо заниматься собственным здоровьем. И совершенно не обязательно заниматься собственной косметикой, то есть косметическим ремонтом. Соответственно, мои волосы очень хорошо всегда росли. Были с достаточно хорошим прикорневым объемом. Были с достаточно такой хорошей, блестящей структурой самого волоса, но примерно до середины. После середины моей личной собственной длины, до которой постоянно дорастали мои волосы, они начинали выглядеть вспушенными, некрасивыми, пористыми и секущимися. Да, примерно с середины моей длины они всегда начинали сечься и, соответственно, дорастали до этой определенной длины, и потом мне приходилось бежать и их срезать. И вот таким образом, собственно, я прожила вот это десятилетие с 20 до 30 лет, периодически срезая напрочь свои волосы, потом они снова дорастали, и меня как бы не совсем сильно-то напрягало их срезать, если честно, но меня сильно напрягало то, как они выглядели в распущенном состоянии, да, вот именно вот эта вот длина очень неопрятная, как будто бы я вообще в принципе за собой не ухаживаю, хотя это не совсем все-таки сочетается с моей реальностью, да, что касается любви к своему организму, своему телу, я ее, конечно, проявляю, но вот просто времени на уход за длиной не хватало, да и было, знаете, такое ощущение, что ну волосы же, они же должны питаться изнутри, и это и да, и нет. Давайте рассудим. Волосы – это все-таки мертвая структура, кто бы как ни пытался говорить, особенно по длине. Я не говорю про прикорневую, да, вот эту вот структуру волоса здесь нас все-таки. Волосы больше живы, пациент больше жив, нежели мертв. Что касается дальше, там волосы уже по длине начинают получать питание по большей части извне. Изнутри его прям, ну, сильно им не хватает. Наш организм так устроен, что он не особо-то пытается делиться с тем, что ему не жизненно необходимо. Что я имею в виду? То есть, да, нам жизненно необходимо сердце, нам жизненно необходимо печень, почки и так далее и тому подобное. Конечно, организм будет прикладывать все усилия для того, чтобы напитать эти органы, для того, чтобы подвести к ним сосуды, иннервировать их хорошо и так далее. А волосы... Ну, есть волосы, хорошо, нет волос, не умрем, у нас пуховики есть, не замерзнем. Вот, и, соответственно, именно вот с этой вот длины, где-то от середины, да, ну, от середины моей длины я имею в виду, от плеч мы должны за волосами ухаживать самостоятельно. И как это делать? Самое главное, научиться волосы, а, увлажнять, и, б, запечатывать в них эту влагу, которой мы их напоили. Как это можно сделать? С учетом того, что я мою голову каждый день, и делаю это не по той причине, что вот у меня прямо сильно жирнятся волосы, а по той причине, что очень люблю, допустим, принимать ванную или какие-то... я, в принципе, активный человек, да, то есть, когда ты занимаешься спортом, ты так или иначе потеешь, я недостаточно комфортно себя чувствую, если я не помыла голову хотя бы 2 дня. Уж на третий день я буду себя сильно некомфортно чувствовать. Это не значит, что мои волосы будут выглядеть плохо. Но для того, чтобы не пересушивать сейчас свои волосы, я немножко поменяла стратегию. Если я раньше каждый день мыла волосы своим шампунем, да, кстати, я думаю, что многие из вас знают, что у меня есть собственная марка косметики Урала. Это натуральная косметика, которая не содержит в своем составе ни силиконов, ни каких-то вредных здоровью человека химических веществ. Привет, люди, которые думают, что иногда, да, пишут комментарии про то,
что у меня наколот лоб или где-то там стоят филлеры, я в себя съесть-то лишнего не съем, а уж наколоть что-то, это совершенно точно нет. Ну и вот, собственно, и косметика-то моя тоже натуральная. Так вот, раньше я всегда мыла волосы только шампунем, и больше у нас в линейке для волос в Урале больше-то ничего и не было, потому что с моей стороны не было запроса. Мне не хватало времени ни на что больше. И вот такой вот шампунь прекрасный, у нас их два вида. Активатор роста волос, очень крутой шампунь. Но мои волосы по длине, он подсушивает, поэтому я им пользуюсь чуть реже, чем вот этим. А шампунь свежесть надолго, да, вас, наверное, удивит, что это твердый брусочек шампуня. Смотрите, пожалуйста, не путайте, есть два варианта шампуней, точнее, одно шампуневое мыло, второе твердый шампунь. Вот это твердый шампунь. Многие в них не видят разницы и очень сильно опасаются пользоваться твердыми шампунями, и очень зря. Единственное отличие вот этого от обычного шампуня в том, что он не содержит воды. Больше разницы нет никакой, от слова совсем. Воду вы можете добавить сами, вы, собственно, и так это делаете. Переплачивать за нее бессмысленно совершенно. А вот шампуневое мыло, оно вместо поверхностно-активных веществ содержит омыленные масла в составе, то есть по факту является действительно мылом, чуть более мягким, да, но совершенно не подходит для городских реалий и для нашей высокощелочной воды. Не подходит, от слова совсем. Поэтому очень многие люди, будучи обожженными об опыт использования шампуневого мыла, очень часто опасаются и вот таких брусочков. И сильно зря, это очень удобно. Брать его с собой в путешествие, просто пользоваться им. Вот лежит оно абсолютно, не размыкает, ничего с ним не происходит. При этом я сильно такой, знаете, нехороший пользователь, то есть, по идее, его надо бы просушивать после каждого использования. Оно у меня хранится вот там, где оно продается, там оно у меня хранится. Вот. Но когда я поняла, что за длиной волос надо ухаживать самостоятельно, и питание длине волос только лишь изнутри недостаточно, я дала запрос нашему технологу. И наш технолог, он изобрел, произвел и родил на свет вот такой вот прекрасный бальзам. Моментальное восстановление называется. Как сейчас я их комбинирую, как ими пользуюсь? Еще раз, я мою волосы каждый день, но один день я мою волосы только бальзамом. На Западе это называется кавошинг, то есть мы моем волосы без применения шампуня, используя только бальзам, причем именно бальзам. Бальзам я использую и на корень волоса, и на всю длину волоса. Держу некоторое время, порядка 6-7 минут, можно даже дольше, если я принимаю ванну, почему бы и нет. И затем смываю все, шампунь в этот день я не использую, волосы прекрасные. На следующий день я уже пользуюсь шампунем, но опять-таки наношу его каким образом? Сначала на длину я наношу бальзам. Держу некоторое время, 6-7 минут, причем именно бальзам, а не кондиционер, да, кондиционер на корни наносить нельзя, бальзам можно наносить и на корни. Затем, после этого, я наношу на корни волос, на кожу головы шампунь и смываю все это водой. Таким образом, мы промываем хорошо корни волос, кожу головы, но не пересушиваем длину волос. Это очень классная схема, попробуйте ее, пожалуйста, обязательно. Далее, на влажные волосы, после того, как я вышла из ванной, душа, я наношу, чтобы вы думали, сыворотку для лица. Я пользуюсь сывороткой для лица на лицо и тут же наношу ее на корни и на кончики волос. Могу даже на корни тоже часто наношу. Вот. Такую, конечно, сыворотку, которая не жирнит, которая не содержит жирного компонента. Жирового, как правильно сказать, не знаю, ну не суть, короче говоря, то есть сыворотка не жирнит волосы, очень хорошо напитывает их влагой, и после этого, распределив хорошенечко тоненьким слоем по рукам крем, я еще на самые-самые кончики наношу немного крема для лица или для рук, неважно, самое главное, с хорошим натуральным составом, вот как у нас в Урале, прям прекрасные кремики, все это дело наношу. Волосы у меня самостоятельно сохнут, я вот не прям перед самым сном их мою, они самостоятельно сохнут, причем очень важно еще, как я их промокаю.
именно промокаю, а не протираю. Нельзя протирать волосы махровым полотенцем, друзья мои, нельзя, ни в коем случае. Вот такое вот полотенчико у меня, оно вафельное, вафельная текстура, и она очень хорошо впитывает в себя влагу. То есть я просто промокаю волосы, затем вот таким вот образом, да, закручиваю не слишком туго, и жду, когда у меня волосы немного подсохнут. Все. Затем я снимаю все это дело, хожу некоторое время, жду, когда волосы высохнут, и расчесываю их очень аккуратной мягкой щеткой с натуральной щетиной. У меня щетка, некоторые советуют деревянные, наверное, да, но не по мне. Вот я почему-то деревянными не пользуюсь. Знаете, у меня как-то засело в голову, что деревянные очень содержат часто много мелких трещин, да, и могут волосы ломать, выдирать и так далее. Вот не пользуюсь. Но я знаю, что многим девочкам деревянные расчески тоже подходят, поэтому почему нет, можно попробовать. У меня с натуральной щетиной волосы прореженные пластиковыми такими щетинками. Вот, все, я расчесываю и заплетаю косичку на ночь. Отлично, спим, на утро просыпаемся, и волосы выглядят потрясающе, увлажненно, по длине они красивые, они хорошо растут, и больше-то им ничего не нужно. И вы знаете, все эти истории, когда блогеры с очень такими лоснящимися, красивыми, замечательными, блестящими волосами рассказывают, как они ухаживают за своими волосами, но при этом они отмечают, что стоит им 2-3 дня не поухаживать за своими волосами, как вдруг они превращаются в какую-то метелку. Так быть не должно. Здоровый волос, он здоровый, первоначально. Я вам уже говорила, что я за фундамент. И вот такой натуральный уход, он как раз-таки дает возможность дать волосу жизненную энергию, поухаживать за ним и напитать его на длительный, по крайней мере, срок. Хотя, конечно, все равно уход требуется регулярный. Вот. Но все эти силиконы, которые содержатся в большинстве косметических средств, которые продаются в обычных магазинах, да, не натуральной косметики, они, к сожалению, только замазывают, то есть делают только косметический ремонт поверх не самых здоровых стен, такие растрескавшаяся штукатурка, сверху наклеили обои, обои, конечно, в какой-то момент просто отвалятся. Вот здесь то же самое происходит, силиконы, они, ну, не дают волосу здоровья, вот, поэтому, друзья мои, какая-то такая вот небольшая заметушечка у меня получилась, но я надеюсь, что эти лайфхаки, они и вам тоже помогут. Ну а вы обязательно поделитесь вашим опытом ухода за волосами вот здесь в комментариях под видео, и сейчас я вам еще кое-что интересное скажу. Для вас до 10 марта я подготовила прекрасную акцию скидки на как раз-таки средства по уходу за волосами от Урала и скидку на вход в мой онлайн-клуб красоты и здоровья, конструктор красоты. Всю информацию об этих акциях я расскажу в описании под видео. Обязательно прочитайте, узнайте и примите для себя решение, а интересно ли оно вам. Если интересно, тогда воспользуйтесь, успевайте, время у вас еще есть. Ну что ж, я надеюсь, что данная информация была вам полезна, и вы обязательно прокомментируете и дадите какие-то свои лайфхаки в ответ. Знаете, у меня в конструкторе красоты девочки недавно обсуждали, что прекрасно, например, работают маски из ржаного хлеба, из желтка. Это все просто прекрасно. Но вот лично я в моем бешеном темпе жизни, ну, просто не успеваю таким пользоваться. У вас, я уверена, какие-то такие советы, подсказочки есть, поэтому делитесь ими. Ну и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, лайк этому видео, если оно вам понравилось. С любовью к вам, с большим уважением и с заботой, я думаю. Пока!